Вице-председатель партии ШОР Марина Таубер пришла на слушание в прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Накануне следователи заявили, что декларации Таубера о подготовке военных провокаций на границе Приднестровья не соответствуют действительности. Депутат категорически настаивает на правдивости своей информации. Я пришла в прокуратуру, чтобы объяснить свое заявление 24 марта в парламенте и представить дополнительную информацию. Я подтвердила прокурору каждое слово, сказанное мной. Подтвердила, что эта информация получена из достоверных источников, в частности, от спецслужб других стран. Я ответила на все вопросы прокурора и не исключила, что завтра или послезавтра у меня будет больше информации, которая не допустит, чтобы произошло то, что планируется. Руководство в лице Майи Санду и Дарины Речана. Таубер заявила, что обвиняемые президент Майя Санду и премьер Дарин Речан не явились сегодня в прокуратуру. По словам депутата, прокурор не смог объяснить их отсутствие. По моей информации могу заявить, что Майя Санду и Дарин Речан готовят провокацию на границе с Приднестровьем 17 апреля, на второй день после Пасхи. По нашему мнению, которое разделяют многие граждане, это кощунство. Их план направлен на втягивание страны в войну. Я задала вопрос прокурору, почему сегодня отсутствуют Майя Санду и Дарин Речан, которые должны ответить на многие вопросы, потому что их имена фигурируют в моем заявлении. Они должны были быть здесь, равно как и руководители погранполиции и таможенной службы. Почему этого не произошло, не понимаю. Напомним, пресс-секретарь правительства Даниэль Вода заявил ранее, что декларации Марины Таубер не соответствуют действительности. По мнению чиновника, таким образом Таубер пытается сеять страх в обществе.